Какой шкаф? С полкой ты рисуешь, да? Ага. Ясно. А полка. И что, ты там полку нарисовал? Полка, полка, полка. Вот это у меня такая полка получится. Она у меня длиннее станет. Длиннее. А, вот длиннее. Такая длиннее. Настолько длиннее будет, да? Да. Ясно. А ширина ее, глубина на сколько? На 300 ты говорил? Ага. А 300? На 5-6. А 300? Мама, 5-6. Ты не знаешь? А 8? Если говорю, а 300 можно что-то сделать? На 300 что-то сделать? Да. Можно тут что-то сделать по рисунку. Вот на 300 что сделать? Ну смотри, вот 300 у тебя это сколько? Пальчики убирай, убирай, убирай. Вот вытягивай. Вот 300 это... Не нажимай. 300 это вот немножко. Вот где? Вот 300, вот. Вот столько 300. Мам, видишь, у меня написано буква 5, вот это. А у меня 300 вот это. Да, вот это 300. Такая узенькая полочка будет у тебя, да? А вот это у меня 50. Вот это 50 моя. Это у меня 5-6 вот это. За 2-6. Видишь, у меня 5-6. Ты со стула не упади, 5-6. Еще подставка осталась. У меня написано, тут еще вот такая подставка, мам. Вот такая длиннее подставка еще. Вот такая подставка. Mm-hmm. Еще такая, мам, подставка могу. Написано подставкой. Еще такая можно. Написано подставка круглая еще. Понятно. Ну все, шкаф нарисовал? Да. Молодец. А еще надо что-то вставать. Чего? А письма у меня. Вот такой рисовать шкаф. Длиннее. Маленький я рисую шкаф. Все. Длиннее шкаф маленький. Мам, длиннее маленький шкаф. И не, мам, маленький скаф. Ну ладно, все, я поняла. Ты спать-то не...